В Москве военное положение. Центр полностью перекрыт. На выходах из метро стоят эшники, которые сразу определяют каких-то относительно известных активистов, чтобы их задержали. Вот схватили парня, просто случайно выхватывают, заламывают руки довольно жестко. Просто случайных людей выхватывают. Парень вышел из кафе, его схватили. Такого перекрытия центра Москвы не было с 93-го года. Каждые 30 секунд тащат какого-то нового задержанного. Внимание у всех присутствующих. Оставаясь здесь, вы нарушаете закон. Мы обеспечиваем вашу безопасность. Никого не пускают. Не поддавайтесь на провокации других участников. Автозаки быстро наполняются, уезжают. Представляете, у него электрошок, он бьет электрошоком задержанных. Пошли за мной. Журналистов бьет по объективу, блин. Вот, схватили парня, который поет и танцует. Головой бьют специально об автобус. Подогнали новые КАМАЗы Росгвардии. Это ОМОН. Задержан депутат Мосгордумы Ступин. Он не может объяснить, что, за что я задержан. Что я нарушил? Депутат Мосгордумы. Все центральные улицы перекрыты, поэтому протестующие пробираются переулками. Ёршик, символ года! Свободу! 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 Смотрите, красные огнетушители на штанах. Вот задержание в районе площади трех вокзалов. С другой стороны дороги хватает людей, тащат от проспекта Сахарова. Протесты идут по всему центру. Жестко тащит парня. Колонна людей идет в сторону Матросской тишины, тюрьмы, где находится Алексей Навальный. Приближается ОМОН. Начались задержания. Со всех сторон выдавливают. Прессы разошлись. Жестко крутят людей. Очень
угла, до угла, до угла, до угла, Путин вор! Вся Москва кипит. На той стороне просто, он, смотрите сколько. Путин вор! В Москве военное положение. Бьют девушек. Молодых девушек бьют. Просто лупит, смотрите.